Переезд на пересечении улиц Акуловская и Железнодорожная – один из самых оживленных. Плотный поток машин и заторы здесь практически всегда. Из-за состояния дорожного полотна даже грузовые машины вынуждены преодолевать его со скоростью, близкой к нулю. Не обеспечивает безопасность автомобильного транспорта, а скорее наоборот, представляет опасность. Ямы, колейность, мусор и все это вместе повышенного внимания. Проблемный переезд в Одинцово водители давно называют самым отвратительным. Здесь пробки и так далее, и тому подобное. Машину просто жалко. Большое количество времени, никто ничего не ремонтирует. Если даже что-то подлатают, разбивается она мгновенно. Этот участок дороги, кажется, побил рекорд по количеству жалоб на портале «Добродел» и в социальных сетях. Долгое время привести его в порядок возможности не было. Переезд в собственности Министерства обороны. Денег на ремонт попросту не было, но выход из ситуации нашли. Что касается железной дороги, постоянные обращения в адрес ООО «РЖД» привели к тому, что они заключили соглашение между «Мосавтодором», который является собственником автомобильной дороги, и железной дороги на проведение ремонтных работ. И вот по состоянию на сегодняшний день, в понедельник Мосавтодор провел ямочный ремонт. Надеемся, что в дальнейшем будет проведен капитальный ремонт, и автомобилисты будут этому рады. Всего в Одинцовском округе 60 железнодорожных переездов. Больше половины из них находится в собственности РЖД. Остальные относятся к различным организациям. На 15 ремонт уже выполнен, еще на 5 в планах. В их числе и переезд в Кубинке-1 на Никольском шоссе. Татьяна Верняковская, Андрей Безуглов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».